Спасибо, что зашли. Всем приятного просмотра. Всем! Мяу! С вами Мира, Мобо, Филка. И сегодня мы поиграем в игрушечку под названием Far Sky. Это у нас выживалка. Причем выживалка в погодных условиях. В водных условиях, хотела сказать. Выживалочка в водных условиях. Ну, мы же все с вами любим выживалки. Вы любите, я люблю. Конечно же, тем более, что вот в таких вот, под водой мы еще ни разу не выживали, по крайней мере я. Не знаю, как вы, но я точно. Для меня это будет первый опыт. Но игру я практически не знаю, посмотрела лишь там начальный такой гайдик, чтобы уж совсем не тупить. Так что будем, в общем-то, более глубоко разбираться с игрой прямо сейчас вместе с вами. Давайте посмотрим. Это мы, кстати, пришли с вами на базу. Я знала точно, что она здесь будет. Здесь у нас есть сундучок. Take all, берем все и сразу смотрим, что это у нас, я так понимаю, всякие ресурсы. Это fish hunger, да, мы тут будем голодать, это ж выживалка. Это тоже у нас iron ресурс. Вот это наша дрель. И экстрактор, это, кстати, очень полезная, крутая штука. Экстракторы. И вот наша дрель, так можем с ней работать. Там нам женщина что-то подсказывает. Мы, в общем-то, затонули с вами. О, можем собрать. Затонули, и нам нужно как-то попытаться выжить в этих условиях. Тут мы можем с вами готовить. Для готовки нам что нужно? Кол. Видимо, уголь вот нам нужен как раз для готовки. Можем, в принципе, а почему бы нет? Пусть готовится. Давайте потестируем это дело. Можем картошечку. Видите, все просто очень готовится, как в Майнкрафте, в принципе, или в другой любой выживалочке. Я думаю, что мы можем отойти. Да, она готовится и без нас. Тут у нас что? Мы можем всякие столы с вами изготавливать. Building Workshop. Это мы, видимо, для строительства что-то можем с вами на этом станке делать. Здесь у нас фурнитуры, weapon, это у нас снаряжение, equipment, снаряжение, weapon, это, наверное, ну да, снаряжение, а здесь одежка, а main workshop, это какой-то главный, самый главный workshop. Ну, в принципе, что мы с вами можем приготовить для начала? Я думаю, давайте мы с вами сделаем вот, скорее всего, building Workshop. Почему именно его? Потому что на нем, давайте сразу троечку выбираем и его поставим куда-нибудь сюда, потому что на нем мы с вами сможем сделать экстрактор. Что нам для экстрактора нужно? Вот эта вот штука, iron. Пойдемте искать, где iron. Экстрактор, я вам сейчас расскажу, что он делает. Так, выбираем сразу нашу и будем искать iron. Как он выглядит? Iron, iron, iron. Где-нибудь рядышком нужно найти. Так, у нас что, рыбки плавают? Вот это у нас айрон? Айрон, точно. Ух ты, сундучок. А, это не сундучок, это золото, точно. Давайте вот смотрите-ка, это тоже айрон? Да. И вот давайте экстрактор поставим прямо на айрон. Иди сюда. Экстрактор, ставай сюда. Надеюсь, так он будет добывать. Давай. Все. И теперь вот это вот сооружение нас будет, видеть, добывать 100% айрона. То есть, в принципе, нам уже не придется самостоятельно с этой вот с дрелью ходить и мучиться собирать. Экстрактор нам будет все готовить и собирать. И нам, в общем-то, тоже нужен айрон и золото. Ну и, в общем-то, можем исследовать эту карту нашу. Карта у нас по мере нашего прохождения будет расширяться, то есть чем дальше мы отошли, тем она будет обновляться. Здесь у нас грязь, drill, но, наверное, тоже для чего-то нужно. Давайте подобываем все подряд, чтобы понять, где что. И нам очень нужен ресурс золото. Золото — это такой прямо вот здесь шикарный ресурс, с которого много чего можно полезного изготовить. Так что, в общем-то, давайте ходить искать, где может быть золото. По значкам я еще не слишком хорошо разбираюсь. И да, вот внизу у нас, кстати, видите, там, где мы выбираем все наши предметы, есть такая вот синенькая полосочка. Это насколько хватает нашего запаса воздуха. Вот что это такое? Я ничего не вижу. Фу. Где у нас что? Видите, у нас уже осталось 34 секунды.
И нас воздух закончится, нам нужно успеть до этого времени вернуться на нашу базу поскорее. Заодно сходим, экстрактор проверим. Вот видите, он уже нам 8 штучек добыл. В принципе, неплохо, неплохой улов. Это что? Непонятно что. Ну и давайте подобываем пока. А, это рок уже, это не айрон, это рок. Надо же. Ну ладно, рок, наверное, тоже нам пригодится. Надо посмотреть, что там, из чего что крафтится. И вот я тут еще вижу какой-то значок непонятный. Но, возможно, там есть золото. Ой. My oxygen level is low. Точно, у нас заканчивается воздух. Ну, давайте сходим на нашу базу. Эх, тихо. Тихо. Оп, прыгнули. И, в общем-то, все. Видите, у нас запас воздуха восстанавливается. Мы можем быть спокойны. Давайте посмотрим, что нам нужно для экстрактора. Айрон и золото. А для других станков, возможно, какие-то другие станки сможем с вами сделать. В принципе, да, давайте тогда приготовим. Этот у нас есть. Weapon. Снаряжение. Давайте его тоже сделаем. Я думаю, что он нам пригодится так или иначе. Weapon снаряжение, потому что нам еще нужно будет добывать еду. А еду как можно добыть? О, видите, здесь мы можем уже делать всякие наши Iron Spear, Knife, ножик. Вот, кстати, ножичек нам пригодится. Мы его можем сделать? Вот, отлично. Вот с помощью ножичка мы сможем рыбок изничтожать и потом их потреблять в пищу. Я вот не знаю, кстати, как вот засаживать семена. Наверное, нужно где-то искать семена, возможно, со всяких сундучках. Так, у нас семян здесь нету, поэтому мы не сможем туда ничего посадить. Ну, давайте тогда сходим еще раз, подобываем что-нибудь. И вот видите, там... О, акула. Опасная вещь, акула. Не будем связываться с акулой. Я хотела сходить сначала вот... До этого значка. Вот, золото! Е-е-е! Мы с вами добыли золото, друзья. Посмотрите, как нам везет в этой игре. Что ж, давайте скорее добывать золото. Это самый-самый нужный нам инструмент. И вот, кстати, можно еще добывать зелень. Зелень нужна, чтобы крафтить бинтики. А бинтики, они не лечат, они только... Вот когда нас покоцали, у нас рана открытая, кровь течет, и чтобы... Она эту кровь... Бегут, сразу всплываются акулы. И вот чтобы акулы не к нам, нас не преследовали с кровью, мы этим бинтиком нашу рану закручиваем, и все. Кровь не течет, но хпшечка уже потрачена. И что у нас такое блестящее тут? Давайте посмотрим. Take the piece of sub... А, субмарин, точно. У меня здесь сейчас идет режим приключения. Ну-ка, о, тихо. Так, сейчас вот акула прилетит сюда сейчас на кровь, на кровушку. Давайте посмотрим. Вот видите, смотрите, кожа бежит, милая. Уже бежит, гонится. Главное, чтобы... А, за мной! И за мной же бежит! Нет, акула, отстань! Давай дружить! Стой, 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 стой! А, тихо, 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 тихо! Фу! Уплыли. Но хпшечка наша покоцалась. Это печально на самом деле. Фу! Да. Вот видите, как все непросто, зато добыли... Так, уголь нам нужен, давайте-ка. Это уголь? Нет, не уголь. На песке тоже нельзя, картошка не сварилась до конца. Но что есть, то есть. Это мы все сразу переносим сюда. Фу, ну забыли, добыли одно мясо. А вот как лечиться, я пока не знаю в этой игре. Будем разбираться попозже. И давайте, что мы можем с вами скрафтить сейчас? Да ничего мы не можем. Мы вот золото добыли, а вот остальное-то ничего не добыли. Ну что? Мы сейчас что можем? Какой-нибудь флор нам не нужен. Это чтобы расширять нашу базу. Ой, ну надеюсь, мы не будем сейчас истекать кровью. Ну-ка, мы истекаем кровью? Вроде нет. Значит, бинтик нам сейчас, в принципе, не нужен. Но вот видите, пока не будем рисковать мочить рыбок, потому что здоровье. А где наше здоровье, интересно? Это у нас айрон? Точно айрон. Я не вижу здоровья, точнее здоровья я вижу, а вот голод не вижу, вот что. Здоровье вот у нас красненькая полосочка, в общем-то логично. А где же... Где же? Где же наша еда? Непонятно, но, видимо, пока нам... Мы не слишком голодны, так что, в принципе...
Будем стоять и добывать айрон. Нам его нужно очень много. И можем, кстати, до нашего экстрактора сползать и посмотреть, что он нам успел добыть, сколько айрона. Кто из нас быстрее? О, вот и голод. 60%. Ну, 60% это не так страшно, в общем-то. Ну-ка. Тейкол возьмем. Итак, нам нужен уголь. А где добывается уголь и как выглядит этот уголь? Давайте искать. Уголь, уголь, уголь. О, сундучок. Вот это хорошая вещь. Тейкол, что тут у нас? Не знаю, возьмем. Пригодится. Сундучок это всегда чудесно и замечательно. Как же выглядит? Ты не уголь. Точно, ты не уголь. Как он выглядит, этот уголь? Вот меня очень-очень интересует. Но уголь это что-то, наверное, такое черное. Дёрт, там была грязь, не уголь. Вот это вот грязь же, да? Наверное. Дёрт. Да, дёрт, грязь, это нам не нужна она. В принципе, сейчас, тихо-тихо-тихо, акула. Уходим, сматываем лапти, ласты. Так, ну они, видите, особо не агрессивны, пока нету крови. Они звереют, как быки на кровь нападают. Что ж такое? А где же у нас уголь-то? Это неприятно. Неприятно. Ну, 74 голода, в принципе, думаю, нормально. Пускай тратится пока как есть. Вот мы еще можем собрать еще одну часть подлодки. В общем-то, фишка в том нашей игры, что мы должны выживать до тех пор, пока не соберем все части. Видите, 2 из 9 мы уже с вами собрали. Нам нужно будет погружаться все глубже и глубже. Сейчас наш... О, еще золотишко. Наш акваланг не позволяет... Тихо-тихо-тихо. Так, бежим скорее на базу. Наш акваланг, видите, позволяет всего лишь на 180 метров максимально опускаться. Вот у нас тут есть с левой стороны шкала, которая показывает, на какой мы находимся глубине. Сейчас, видите, 96 метров. Так, тихо, идем восстанавливаться. 96 метров. Ну что, не можем, да, ничего? Где вот рок? Тоже не подходит. Айрон не подходит. Ну, давайте тогда что-нибудь построим. Что мы можем построить? Уипон мы сделали, да? Давайте тогда эквипмент, я думаю, нам пригодится. 100 пудов. Эквипмент. Это мы положим куда-нибудь. И на троечку поставим. Так, эквипмент. Куда мы можем положить эквипмент? Пусть будет вот тут рядышком. Что мы здесь? Вот, видите, мы здесь можем уже сделать бандажики, чтобы не... Когда мы покалечимся, чтобы с нами было все не так страшно, что мы еще можем сделать? Вот, видите, у нас Iron Diving. Это, видимо, 20... А, плюс... А, еще на 250 метров мы сможем опускаться вот с этим Iron Diving. С этим Scooper Diving. А что нужно на него? Тоже золото и что-то еще. А это у нас Oxygen, это вот 3 плюс 3 минуты. Я бы хотела вот это сделать. Мы не сможем его сделать, да? Или нужно сначала одно сделать, и тогда откроется следующая ячейка. Наверное, да, не все так просто. Хотя, может, и нет. Тут у нас открыт дрель. Так, давайте поедим срочно. Нам нужно есть. А как тут есть в этой игре? Fish. Ну-ка. А, вот, подождите-ка, подождите-ка. Eat можно было сделать. Eat? Штука как есть? Скажите. Тихо, я навожу, давайте. Fish. Ну-ка. Eat. Все, мы поели. Все, 77% восстановили. Мало. Очень-очень мало. Как-то вообще ни о чем. Вот еще можем вот это съесть. Eat. Так, еще. Ханга. Почему у меня 27%? Непонятно. 2%. Все, у нас голода нету. Съели всю картошку. Печально. Еды больше нету. И как ее добывать? Не привлекая акул, я что-то не в курсе. И нам нужно срочно найти в конце концов. Темнота. It's getting dark, night is coming. Точно. А вот в темноте бродить очень опасно. You had better watch out, что... Protectors. В общем, очень опасно, потому что
В темноте много вот как раз хищников, они будут бродить тут рядышком и нападать на нас. Это очень неприятное состояние. Вот там я вижу еще какое-то золотишко. В принципе, можем, может быть, аккуратненько, пока нету никого. Тихо и быстро. Тихо-тихо-тихо. Ой, не забирайся. А, да что ж такое? Ты... Да давай забирайся. О-о-о-о. Фух. Кто там пришел-то на кровь? Кто-то пришел? Неудобно забираться, конечно, запрыгивать на эту дурацкую базу. Не научилась я пока что. Фух. И приготовить-то мы не можем ничего, потому что... Наверное, жареная еда, она больше восстанавливает голода, кстати. А мы не можем ничего приготовить, потому что у нас нет этого несчастного угля, и где его добывать, я не знаю. Можно посмотреть карту, возможно, нам покажется. А вот это вот случаем не уголь? Возможно, это уголь, кстати говоря. Надо будет как-то сходить за ним и посмотреть, что же это такое. Ну что, кто-то... Все, а рыбки, посмотрите-ка, мы убили одну рыбку, они все испугались, и больше уже около нашей базы не тусуются, все как в реальности. Умные рыбки, хоть и мозгов у них мало, но я что-то никого не вижу. Никаких хищников вроде как. Хищники, вы тут? Давайте поучимся, вот. Нужно как-то аккуратненько на эту лестницу наводить. И забираться. Ну что, рискуем? Рискуем, в принципе. Вылезаем на разведку. Во-первых, вот еще какой-то сундучок. Вот, кстати, не знаю, зачем это золото. Возможно, если кто играл в эту игру, расскажите, зачем оно нужно. Так, смотрим. О, тихо, кто-то идет. Кто-то плывет за мной. Ох ты ж, заразы. Отстаньте, тихо. На базу, бежим срочно на базу. Так, тихо. Давай. Фух. Вот видите, опасно все-таки ночью выходить. А, кстати, наша хпшечка восстановилась. Возможно, она восстанавливается, когда мы едим или просто сама по себе. О, зараза, посмотрите-ка. О! А, это дельфин? На меня дельфин нападал? Нет, на меня вот эта вот акула нападала. Вот зараза, это зараза какая, а? Дельфин, помоги, стань моим другом. Чего ты там орешь? Лучше бы мне помог. Ой, что еще мы можем сделать? Main Workshop. А что за Main Workshop? Давайте посмотрим, что он делает. Или это такая же вот мандулина, как вот эта? А, да, зачем же нам тогда еще одна? Эх, ладно. Давайте тогда сложим ее в сундук. Зря только потратили ресурсы. Ну, что ж, изучаем. Игру, что еще мы можем сделать с вами? Equipment, weapon. Вот фурнитуру мы, по-моему, не поставили, да? Давайте сделаем. Она последняя у нас осталась. Так, на четверку. Куда мы с вами ее поставим? Ну, пусть будет тут. Что мы здесь можем с вами делать? Flint pot. Сундуки, кстати, можем крафтить. Вот сундуки — это полезная вещь. Двери. Это столы, это, видимо, чтобы улучшать нашу базу. Ну, когда там ночь-то закончится? Тут мы что с вами? Мы уже с вами больше из этого ничего не можем, к сожалению, приготовить, изготовить, потому что все ресурсы потратили. Выползать я уже как-то очкую немножечко. В ночь. Нужно найти, наверное, какой-то еще сундучок с едой, потому что нам становится как-то неприятно и тоскливо. Что? Есть кто? Вон они, зараза, там плавают. Плавают, и это очень плохо. И уголь мы так и не нашли. В общем-то, наша главная сейчас будет задача — найти уголь и пропитание какое-то. Сундуки, возможно, с пропитанием. Либо постараться поохотиться на рыбок, но так, чтобы нас не запалила акула. Будем все это, наверное, пробовать уже в следующей серии. А пока что с вами была Мира Мобофилка. Ставим лайки, комментируем, обязательно подписываемся. И увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!